пока наш папа где? На дискотеке 90-х. Мы с детками вышли погулять. Лизонька, ну, кстати, прохладно. Лизонька одета шапочка у нее, потому что прохладно. И, кстати, Лизе так кататься больше нравится. Она сама переворачивается, потому что на спине ей не нравится лежать. А тут она все видит. Она едет, на всех смотрит, все ей улыбаются, все ей машут. Потому что такая красавица у нас ездит тут. Мы приехали в парк, пока наш папа на дискотеке. Посмотрите на эти щечки. Сейчас пойдем посмотрим там на зверей. Кстати, мне кажется... Сереж, надо рассказывать, чтобы было понятно. Детки играют в Роблокс, да? Мы играем в Роблокс, там Серега нашел какой-то скин в Роблокс. Да, и там... Он стоит либо 100 Роблоксов, либо 50 Роблоксов. Но я не понимаю. Либо 50. Я не понимаю. Ой, а тут такое чувство, как будто тоже что-то происходит. Да? Да. А, здесь это, здесь футбольное поле. Можем немного подняться, пойти посмотреть. Да? И что? А тебе это не кажется, что это будет? Не, не будет. А мы можем просто на мост подняться, и будет видно, да, Сереж? И что? Что? И он, я хочу. И в том спине, что по 160 раз появится. Лизонька катается. Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там за, на футбольном поле происходит, и потом в зоопарк. Сережа сегодня нас мама зарегистрировала, что там сайт.gg. Ладно, все, все, пока-пока. Смотривает, говорит, кто это? Я еще таких не видела зверей, мама, да, Елизавета? Мама, посмотри, посмотри. Мама, глянь. Кто это, Елизавета? Козочки, да? Посмотрите. Вот они тут стоят, чтобы их гладили. Вот Настя пошла гладить, да, Настяш? Птичник, Лизочка на ручках. Вот тут попугайчики. Настя нашла как своего Макса, да, Настя? Да. Твой Макс? Вон как мой Макс. Ага. Лиза. Лисичка наша. Красиво, да? А. Ой, смотрит, ей так интересно, да. Вон. Он смотрит, смотрит. Елизавета, кого мы тут встретили? Вон, какие красивые, красавцы, да? Да, а кто смотрит? Вон петух, курочки. Петух так тут... Кто это, Лиз? А вот эти птички еще. И тут еще красавец, птички. Так огроменные. Мама, и тут еще птички. Mm-hmm. Да? Да, вот тут тоже курочки. А ты что? Елизавет, ты видела таких еще? Мама, нет? А сюда что, через птички залетают? Ну, видишь, да. Видите, на кого мы тут наткнулись. Дети преследуют. Вон, и третий. Он нас познал, чтобы мы за ним ходили. Точно? Да. Вы уверены? Да. Он нам сказал, чтобы мы за ним не ходили. Так, ну что, я уже пришел на место. Значит, толпа тут уже собирается. Времени сейчас 12:30. Концерт начинается в час. Все люди в стиле 90-х поодевались, я смотрю. Яркие футболки, майки, причёски, блестяшки. Короче, все как положено. Ну, короче, иду за толпой. Куда идет толпа, туда иду и я. Куда идти, я сам не знаю. Вон центро наш. Колесо. Дух.
В общем, мы обошли уже эту арену с этой стороны. Идем тут. Это все дело тут на улице. Вон я вижу какие-то шатры. Вот тут стоит. Короче, формат тусовки тут такой. Вот это все открытое пространство. Везде стоят бары. Народ бухает потихонечку. Вот там сцена. Вон там вон сидячие места. Люди могут вон сидеть, барчики такие. Сидят там, бухают. Вот тут везде бухашки, бухашки, бухашки. Люди стоят, отдыхают, отдыхают, бухают. Концерт скоро начнется. И я так понимаю, что люди тут спокойненько двигаются туда-сюда. Кто где хочет. Хочет вот на сцене, хочет сбоку, слушает. Ну, в общем, так. Так, в общем, пошел я в автомат. Тут специальные автоматы есть или кассы. Там можно деньги на токены поменять. Тут во всех барах, которые есть, тут расплачиваются не деньгами, а токенами. Токены – это такие штучки пластиковые. Их там дают. Сейчас покажу. Не видно? Вот они, такие штучки. Короче. И вот их там меняешь потом на пиво, на всякое такое. Вот в барчиках. Вот такие штучки. Только что Дима звонил, спрашивал, как мы тут. А мы тут, смотрите, кушаем мороженое. Да смотрим. Сегодня, да, сказал, в 11 будет салют. То есть, да, когда 11? Часов ночи. То есть придет он домой где-то в 12, да. 23. Тут вон кораблики ходят, только что проплыли. Вон Сережа сидит, купили мороженое. Что такое? Это Елизаветушка капризничает, сидит у меня на ручках, вот сидит уже, сползает, сползает и капризничает. А вот этот вот мост, хотела по мосту пройти и вот туда, на ту сторону, потому что там видно, там футбольное поле, и там что-то сегодня происходит, потому что, ну, если вам слышно, вот кто-то кричит, болеют, а закрытый вот этот мост, вот. Кораблик плывет. Настя себе кока-кольное мороженое, Сережа себе апельсиновое. Я, кстати, попробовала, да. Мне апельсиновое понравилось, вкусненькое. Вот. Он, кстати, тоже плывет. Вот мы сидим, это уже четвертый или пятый кораблик проплывает. Течение такое сильное. Вот, плывет таки довольно быстро. Только что песок видели, вез один, другой как туристический. Этот даже не знаю. Не знаю, какие-то трубы, видите, как что-то перевозят. Да, и вон лодочка. Мальчик машет. Настенька, кукусики. Настюш. Красота моя. Так что пока папа там наш гуляет, мы тоже гуляем. Так, еще хочу попросить, скоро к нам едет дедушка Витя. Поэтому вот Лизонька просит дедушку Витю привезти нам вот такой вот болтик. Вот такой вот, вот закручивается. Потому что, смотрите, это с той стороны. У нас нет этого болта, и у нас вот эта штука вылазит постоянная. Поэтому мама, я сейчас покажу. А да. Через сколько дней? Вот, видите, она отсюда вот вылазит, эта трубка. Ее сейчас надо будет запихнуть. Пожалуйста, Дима расскажет, не забыть. Вот такой вот нам болтик, закруточку. Чтоб с той стороны мы дошли вот до фонтана. Тут сидим. Ну, не фонтан, как это, не знаю. Мама, знаешь, что там вот озеро. От этого, от фонтана. Да, да, да. Да, да, на видео и не видно, а так есть, да. Да, это водичка. Смотрите, вот как красиво. Сидим просто, честно, восхищаемся красотой. Очень так приятно, да, детки? Да. Смотри, как оно растягивается. Да, вон уточки тут плавают. Очень красиво. Лизонька у нас заснула. И вот как красиво. Да? Дети, слышите?
Мы пришли в Центро, там, где Дима Дискач. Оказывается, не там, где мы думали, не на арене, а вот тут вот. Так мы ждем. Мне кажется, там просто билетик. Вон, мы уже видим сцену. Вон, видите? Вот там где-то наш папа тусит. Да, Настя, ну как ты головой? Так, кто к нам пришел? Кто пришел? Кто обзавидовался папке? Мы всегда приятно.
Tut uns leid, aber uns wurde gesagt, wir müssen aufhören. Okay? Ihr habt jetzt noch ein großes Finale vor euch und feiert noch ein bisschen. Es geht noch ein paar Minuten, es kommt noch ein tolles Feuerwerk. Der Shani wird euch gleich alles sagen. Wir haben alles versucht, rechtzeitig hier zu sein. Es tut uns wirklich leid. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Tag und ihr habt die 90er heute hier in Oberhausen gefeiert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben alles gegeben, wir waren 16 Stunden unterwegs. Mehr ging einfach nicht. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao. Ihr lieben Kinder, das ist nochmal ein Riesenapplaus. Ihr macht nochmal Roberto Delgado. Sorry. So ein bisschen drückt die Zeit hier. Wir haben euch ja noch ein phänomenales Abschlussfeuerwerk versprochen. Deshalb machen wir es jetzt ganz kurz und knackig. Wir zählen das ein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oberhausen, Dankeschön.